22 декабря, 12 час, мы в аэропорту Пхукета встречаем Алену из Дубая, Ксюшина подруга. На улице дождик, сыро, мокро, туман, погода не очень, короче, так что время у нас не пропадает зря. Всем пиз, мы на Крабе, вчера не снимал, дождь целый день бил, ехали целый день, приехали уже затемно, заселились в отельчик, вот такой вот, называется Apple a Day, симпатичный отельчик, сейчас выдвигаемся. Храм Тигра, полезем на гору. Решили так. Погодка вроде сегодня ничего, но опять облака натягивает. По прогнозу 100%. 100-процентный дождь, но его пока нет. Ожидаем дождя, поэтому на море решили не ехать сегодня. Поедем на источники горячие, поваляемся там в ванночках теплых. Ну, пока так, двигаемся. На позитивчике, все отлично, все живы, здоровы. Такое яблочко тут на входе в отель, красное, спелое, сочное яблочко. Вот наша машинка белая. Как настроение? Было бы лучше, если бы было солнце. Ну сегодня же 100% дождь. Вот. Поэтому настроение 100%. Не дотягивает до 100%. А тут прудик у нас с рыбками. Смотрите, какие прикольные. Какие милые. Такой красавчик. Прикольный. Дукати Мультистрада. Интересно, сколько стоит такая. Такое удовольствие. Мощный такой. Чувствуется мощь. Мощь. Короче, вот такая ситуация у нас сегодня происходит. Вот так вот. Ну и завтра будет абсолютно другая, да, это симметрия или как. То есть завтра Денис, наверное, где? Я завтра. Ну не факт. А, хотя у него завтра день рождения, да, я смотрю. Да, меня исправили. Завтра все будет пухать.
сначала ты устанешь, ты уже... Приехали в храм Тигра. Вот он, собственно, храм Тигра сам. Мощный, позолоченный храм Тигра. Нифига там, смотри, лестница. А будем подниматься вон туда. Вот это красавцы. Вот это мощь. Местные жители. О, а ты кто? Здрасте. Вон туда сейчас попремся. Несколько лет назад тут были. Сейчас второй заход. Сейчас все такие еще счастливенькие, веселенькие. На обратном пути. Вчерашнего дня примерно несчастливая. Почему? Что идти? Ксюша, это очень хорошо для здоровья. Как минимум. Ой, а не шубку подкачать. Не сюда. Я же сказал, вон туда идти. Оська, ты такой умный. А везде дождик идет вокруг. Прямо жестко поливает. Там что-то 1280. Дождик идет, и мы идем. Пошли 2/3 уже почти. О, какие виды. Прикольно. Да, это все непонятно. Только дождь. Дождь, дождь везде. Каждый день дождь. Который так любит и глаз. Дождик я люблю. Классно, ребят, мы прогадали с дождем. Не пришлось расстраиваться. Поэтому супер. Самый тяжелый участок. Ступеньки крутые. И еще дождь сверху поливает, короче. Как там говорят, fucking steps. Дождь сильнее, сильнее фигачит. Не знаю, откуда столько воды здесь. На небе берется. Просто жесть. Потоком. Вода потоком. Слушай, последние шаги делает. Давай, давай, дорогая. Молодец. Ты это сделала! Ю-ху! Боялась! Боялась! Не пойду, не пойду! Это Алена, ты не ты, она бы не пошла сюда туда. Я не пошла. Аленка, мотиватор! Мы дошли всем составом, мы молодцы. Мы это сделали, но, блядь, тут гребаный дождь. Один плюс, что народу никого нет на смотровой площадке. Вообще пустота, все под крышу спрятались. Пожалуйста. Вот такие виды сегодня. А какие виды, не видно. Не видно ни хрена. Было бы чистое небо, было бы офигенно. Вообще нифига. Туманище, блин. А вот он. Буддашка тут сидит. Эдуард. Отдышаться не может. А?
снял, сказали, кто ботинки не снял, на санках спускал. Забыл снять ботинки, короче. Сказали, будут спускать по ступенькам на жопе, кто не снял ботинки. Дождь, короче, прям жестко идет. Прямо льет. А вон там все сидят под крышей. Куча народу. Короче, это скрипенько сегодня, блядь, и скользко, как честно. Вот такая прогулочка получилась. Вон Эдик контент фигачит. Эдик, аккуратнее, здесь навернуться можно, блядь. Да, да, так гораздо лучше. Нет, я к тому, что вообще ничего не было видно, а тут вон какие-то появились. Или нет? И что, снова исчезли? Появились и снова исчезли. Не-не, виднеется. Алена утверждает, что виды замечательные. Да? Просто не видно. Не видно. Виды шикарные, просто не так, видно. Такого тумана мы не видели никогда. Такого живописного. Все, мы спустились, мы это сделали, мы молодцы. Блин, я за $1000 пойду. Дождь, да? Дождь не перестает. Ножки гудят. Да ползу. Все довольные и веселые. Жаль, что нету $1000. Проблема-то вот в чем. Конечно. Мы нормальные пацаны, честно. Нормальный нас хрен найдешь. Нормальный пацанам. Мы тебя отблагодарим. Да, мы тебе такие щедрые там донаты потом привезем. Блин. Ты просто офигеешь, пожалуйста. Пожалуйста, выдай. Выдай нам. А в чем? Счастье же оно несоизмеримо ни с чем. Его же невозможно посчитать. Да? Счастье оно внутри каждого. Конечно, свое. Свое какое-то. У кого-то деньги, у кого-то. Деньги. У кого-то много денег. У кого-то просто кайф. Утренний кофе, счастье. А что? Теплый. Теплый утренний кофе. Это, да. Сухая постель. И вот мы веселой дружной толпой идем на Эмералд Пул. Блогеры на месте. Дождь все не кончается. Так, так мы тут были, ё-моё. Блядь, это что, это озеро? Да. Конечно, из усадьбы. Сейчас поедем. Зачем? Я вам сейчас отдам. А зачем, девчонки? Еще не надо, помните, сейчас поедете. Ну. Мы решили на Эмералд Пул не ходить, потому что идут дожди, вода мутная, грязная, короче, и вход 200 бат человека. Нафиг это надо? Вот так вот. Зато тут такая вот машина есть. В тайском дизайне. Какие-то зеленые листочки непонятные, чем-то намазано, что-то тут написано. И вот так вот. Ну вот, настал 51. Мы отдыхаем, веселимся. Такая вот атмосферка. Наша компания. Погода огонь. Thank you.
сегодня 25 ноября. Мы взяли лодочку на пятерых и ездим по островам на крабе. Сегодня погода хорошая. Вчера весь день дождь лил, а сегодня огонь. Вот такая атмосферка здесь. Народ чилит. Водичка, прямо огонь прозрачная. Народа не сказать, чтобы сильно много. Прикольное местечко. Просто представьте, если убрать все лодки, если убрать все постройки. Вот это Троица, охренеть. Просто огонь. Если убрать все постройки, если убрать лодки и вернуть первозданный вид этому острову, это будет просто... Это будет огонь. Когда-то, когда не было здесь туристов 100 лет назад, вы приплываете сюда, и тут просто рай. Ну а сейчас с туристами что? Имеем то, что имеем. Хотя бы так. А что? Нормально? Водичка прозрачная.